Плющики твои вот тут. Что, Лешик? Плющи твои вот тут. Ага, хорошо, хорошо. Девочки, всем привет. Давай поздороваемся, давай, Лешик. Давай. Доброе утро. Доброе утро, наши дорогие друзья. У нас с утра прям уже канитель вот такая, вот пошло все. Да. Тут у меня готовится Лешик, там уже свои дела делает. В общем, обычный день, обычной недели, да? Вот, все как всегда. И у меня тут жарится курочка, вернее, спинки. Вот суповой набор, который я брала. Помните, он стоит там копейки. Сколько он там вышел мне, не помню. Чек выбросила. Хотела зарегистрировать, да ну, голову морочить. Никогда не выигрывали, не стоит и начинать. Да? Заморачиваться. Так, вот, смотрите, меня всегда, после того, как я готовлю подливку, всегда спрашивают, как вы готовите подливку. Как мы готовим подливку? Вот, смотрите, поджаривается мяско, курочка поджарилась. Я положила лучок сверху, чтобы он пропарился, и мяско пропиталось этим вкусом. Но я еще покрошу свежий лучок. Это я в холодильнике нашла, он чуть-чуть подсох. На поджарочку пойдет. Вот. Так, мяско поджарилось, подрумянилось. Лучок и морковочка сейчас вот так сюда пойдет. Вот. Ничего сложного. Поджариваем вот так вот. Вообще подливка это незаменимая вещь на кухне. Вот. Вот так, пускай жарится потихонечку. А это нам еще пригодится для супчика, потому что будет супчик. Надо еще картошечки почистить. Жарится. Ой, у меня там Алиса песни поет. А я иду туда. Алиса, отдохни, дорогая. Так. Сейчас вот это поджарится. Ну, я вам потом покажу. Ладно. Сейчас пойду, надо почистить мне еще сырого лучка для супчика, для подливки. В общем, сейчас все подготовлю. Потом будем готовить дальше. Сегодня, в общем, у меня день готовки. Сегодня у меня суп и фунчоза. Будем готовить фунчозу. Девочки там у меня спрашивали. Девочки, всем привет. Будем готовить фунчозу. Я, правда, не купила, забыла купить перчик. Еще думала, а что ж мне для фунчозы надо? И вот только сегодня утром за завтраком мне вот пришло в голову, что я же не купила перчик сладкий. Но у меня есть перчик такой вот замороженный. Пойдет. Пойдет. Так, все. Чищу лук, картошку. И сюда, наверное, в подливку добавлю кусочек перчика. Для вкуса. Будет вкусненько. Это так я симпровизирую. Можно не добавлять. Хватит лучка и морковки. Кто там у нас? Так, в общем, что, ребята, смотрите, поджарилась у меня. Я положила перчика немножко сладкого. Вот такого. Вот есть у меня замороженный такой вот перчик. Это он мне еще пригодится для фунчозы и для супчика. Потому что варится у меня супчик курочкой. Так, поджарилась, да? Ставим сюда. Обычно я делаю в казаночке. Но в этот раз решила вот немного так вот приготовить. Выливаем сюда. Все. Кастрюльку. Сейчас ополосну. Так. Ой, у меня тут и воды, как кот наплакал. Вот так. Сейчас наберу еще водички, это пускай остынет. Вот.
заливаем водичкой вот так вот и пускай протушивается. Пускай протушивается. А потом в конце, ну, посолить, поперчить, приправки какие вам любимые ваши. И можно добавить чесночку, можно добавить томатика. Импровизируйте. И, ну, добавить муки или крахмала. Я добавляю крахмал, потому что от муки это все получается мутное. А от крахмала оно такое вот прозрачненькое. Вот. Ну, это кому как нравится. Кто мукой, кто... Я крахмалом. Так, а еще вот я порезала свежий лучок. Еще свежий лучок добавлю. Вот так вот. Все. И пускай теперь на медленном огне стоит, булькает. Вот сейчас закипит. Отставлю его на меньшую конфорку. Вот. И пускай булькает. Я, наверное, в супчик положу. Вот у меня две таких маленьких картошки, кастрюлька небольшая. Положу целенькой, а потом разомну. Вот так хочу. Так, а тут у меня вот растапливается маслице сливочное. Вот. И супчик. Вот так вот. Две картошинки. Раз. Спинки здесь варятся у меня. Так. А мы сейчас быстренько порежем лучок для зажарочки. Так, так, так. Надо добавить такого маслица, чтобы не горело. Чтобы не горело. Так, сюда. И в супчик. Такого сырого лучка. Морковка. Морковка для супчика. Так, сюда. И маленький кусочек. Вот такой вот, наверное, положу перчика. Пускай тоже поджарится. Тихо-тихо закипел. Не надо выскакивать. Так, подливка булькает, супчик булькает, зажарочка жарится. В общем, все идет как надо. Я здесь уже начала готовить. Вот достала фунчозу. Такой вот кусочек сделаю побольше. Очень она вкусная. Мы любим, очень прям любим. Да, Леша, ты любишь фунчозу? Да. 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 Потому что вкусная. Так, ну, ее надо, она готовится быстро, но ею надо только заниматься, потому что там вот так вот тын-тын-тын. Я сейчас могу, просто пока вот это все тут готовится, порезать грудку. Грудку. Так мы с вами... Нет, или... Нет, порежу. Да. Так вот промокнем лишнюю водичку. Она нам не нужна. Так.
Ну, не надо забывать и про зажарочку. Ну, она тут потихонечку жарится нормально. И вот писали мне там, зачем вам кухня? Вы испортили террасу этой кухней. Ребята, я хочу, понимаете? Я хочу. Я же это не для вас делаю, делаю для себя. А мне так хочется. Понимаете, я хочу летнюю кухню. У нас всегда всю жизнь была вот, где я жила, в Токмаке, да, мы жили в частном доме, и у нас была летняя кухня. Всегда, каждую весну мы переезжали, перемывали там все, вот даже белили вот эту кухню. Там было два окна, окна мыли, занавесочки чистенькие, в общем, все вот так вот. Так мне нравился этот процесс, вообще просто передать вам не могу. Вот. И все лето, вот с апреля, где-то с конца апреля до начала октября мы были в той кухне. Там мама готовила, мы там кушали. Все, у нас в доме кухни не было. Вот. Летом. Летом, да. Там стояла своя плита, свой стол, ну вот, все, полка для этого, для посуды. Все было свое, просто надо было его помыть вот так вот после зимы, потому что всю зиму там стояло все. А тут у меня спрашивают, а что вы будете делать с этим всем зимой? Ничего мы не будем делать с этим всем зимой, будет оно стоять, а что с ним станется? Мороз. Что с ним станется от мороза? Ничего не станется. Не, естественно, плиту мы занесем, вот, а все остальное пускай стоит, его укрыть вот так вот этими пленкой, законсервировать. Вот. И все. И что? И что с ним станется? Ничего. Так. Так что я хочу. Вы представляете, что такое готовить на свежем воздухе? А? Это же красота. Это вообще, это вам не передать просто. Я так довольна, что у меня будет летняя кухня. У меня просто нет слов. Я в восторге. И хватит там места. Места и для зоны отдыха хватит. И для кухоньки хватит. Я же не буду там прям кухню целую ставить. Нет, стол, мойка и буфет. Все. Все. Я так привыкла. Я так хочу. Готово. Сейчас супчик. Так, он у меня тут кипит, кипит потихонечку. Супчик сейчас собираем. В смысле зажарочку. Приправки. Я его уже посолила. Не солила. Эту подливку посолила. Приправки, солька, перчик. Все. И супчик наш готов. Да? Так, это пока убираем. Так, ну что, собираем супчик, да? Собираем супчик.
Так. Надо достать картошечку. Она тут у меня сварилась или нет? Вот. Вот. Сварилась. Ой, а у меня нет паутинки. Вермишельку надо будет кинуть. Я забыла. Закинуть эту вермишельку. Она же у меня долго варится. Так. Сейчас закинем. Ничего, покипеть. Там, по-моему, 9 минут надо покипеть. Пускай покипит. Так. Кофейку попьешь, Лешек. Ну, попей, попей. Так, да, где же она? Сколько варится-то? Кто? Состав, мука. Сколько? 12 минут. Вот, вижу. 12 минут. Вот, ты потрогай. Ты хочешь меня хоть пошуметь, да? Ну. Ну, ладно. Ну, пошуми. Ну, пошумелку включу. Включи. Ну, пошумелку. Мышку. Чуть-чуть вот так, потому что картошки мало же, вот так. Почему мало? У нас мало картошки. Я в суп не хотела много класть картошки. Все. Так, и вот эту вот зажарочку сюда тоже пускай. Сегодня у нас куриный супчик. Лёша, ты рад? Да. Да? И я рада, что ты рад. Ой. Вот, и сейчас заодно надо посолить все приправки, все такое. Что же у нас так быстро соль кончается? Перчику. Куркумы, как обычно. Вот так. И лавровый листик. Говорили еще очень хорошо. А, лук-порей. Очень вкусно в этот... Сейчас положим. Вот он у меня, порей. Ну, мне сюда больше ничего добавлять не надо. Так что пускай варится лук и пускай варится этот порей. Вермишелька и порей. Господи. Ой. Вот так вот. Все. Пойду посижу немножко.
пруду. На пруду пойдешь, посидишь? Может, ну, пойди. Ну, пойди. Так, и у меня еще, это вот я уже убираю. Вот. У меня еще там подливка кипит. Подливка. Сейчас я включу вот здесь вот. Так, чуточку. Вот у меня подливка, да? Сейчас мы сюда, так, лаврушечку. А я сюда не положила лаврушечку, да? Вот так, чуть-чуть. И сюда чуть-чуть. Лаврушка. Ой, лучок. Лаврушка и аджики. Мне нравится, очень такая вкусная аджичка. Куркумычку. Ой, сразу так запахло. И сейчас крахмал. Вот. Крахмал. И сюда. Вот так вот. Вот вам подливка. Вот смотрите, какая красивая. Вот крахмал почти не меняет ее цвет. А муку вы положите, она станет такая вот некрасивая. Поэтому я не люблю муку добавлять. Так, тихо там. Тихо кипеть. Сколько минут? 12. Сейчас. Вот так. Все. Это закипает сейчас. Пробуем. И отставляем. Красивая подливка. Все отлично. Вот. Все, подливку выключаем. Все, ребята, подливка готова. Накрывалка. И отставляем, убираем. Супчик сейчас прокипит 12 минут. И я здесь уже, видите, приготовила все для фунчозы. Мы приступаем. Фунчоза готовится буквально вот... А, сейчас поставлю. Вот 15 минут. Да, быстро. Только надо мне сейчас залить фунчозу. Сейчас водичку закипячу. У меня закипела водичка. Я залью фунчозу кипяточком. Заливаем на 7 минут где-то. На этой 7-10 минут.
на пачке с фунчозой должно быть написано, на сколько минут, потому что фунчоза бывает разная. Есть, по-моему, из крахмала, а есть рисовая. Вот. И заливается она на разное время. Так. Сейчас. Все, отставляем в сторону. Да, в принципе, пускай стоит, она нам тут не мешает. Время надо только засечь. Так, хорошо, все. Так, ну что, пробуем супчик. Пробуем супчик и выключаем. Супчик такой у нас красивый. Гляньте. Красота просто неописуемая. Не суп, а сказка. Супчик тоже красивый, желтенький. Это все куркума, да. Сказка. Чуть-чуть недосоленный. Не, чуть-чуть подсолю. А то что-то совсем недосоленный. Знаете, когда привыкаешь к одной кастрюле, то уже знаешь, сколько класть соли. Вот сегодня готовлю в маленькой кастрюльке. И не знаю, сколько соли. Не помню. Это всегда мама так тоже. Когда меняла кастрюлю, всегда говорила, вот другая кастрюля, и не угадаешь, сколько соли. Она же мне рассказывала, как что готовить, показывала, учила. Я ей помогала, там то картошку вместе с ней чистила. Еще маленькая совсем помню. Вот, то еще что-то, то пробовать помогала. Ой, как же приятно это все вспоминать, да? Так, сейчас попробуем. Прокипит и выключаем супчик. И занимаемся фунчозой. Так. О, совсем другое дело. Прям класс. Прям класс, класс, класс. Очень вкусный супчик. Все, девочки, на этом супчик с супчиком покончено. Давай чуть-чуть закипи вот так. Чуть-чуть больше огоньку. И готовлю фунчозу. Но это будет уже другое видео.